Ты знаешь, сейчас настало самое мое любимое время. Время зарядки. Да, я тоже по утрам люблю размяться. Сегодня для наших любимых зрителей разминку проведет Алена Тарбеева, потомственная лыжница. Да, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, поэтому смотрим на Алену и повторяем. Доброе утро, меня зовут Алена Тарбеева. Я представлю вам свою зарядку. Начнем нашу зарядку с ходьбы на месте. Колено поднимаем повыше, ставим ножку на носочек, мягко приземляем ее на пол. Ручки работают вдоль туловища, вперед-назад. Выполняем это упражнение по своим ощущениям минуты 3-5. Закончили. Ручки на пояс, делаем повороты головы вправо, влево. Упражнение выполняем медленно, дышим спокойно. Наклоны головы вправо, влево. Также выполняем упражнение медленно. Ручки в стороны, делаем круговые движения кистями. В одну сторону и в другую. Ручки стараемся держать прямо. Делаем круговые движения в локтевом суставе. Также в разные стороны. И завершаем круговыми движениями полностью руками. Также вперед и назад. Стараемся, чтобы ручки были прямые. Следующее упражнение – рывки руками. Одна рука вверх, другая вниз. Также руки держим прямыми. Упражнение на туловище. Ножки на ширине плеч. Делаем круговые движения туловищем. Меняем направление. Наклоны туловищем влево, вправо, вперед, назад. Следующее упражнение делаем на ноги. Ноги на чуть пошире плеч, наклоны вниз. Обязательно выпрямляемся. Можно изменить движение. Следующее упражнение – круговые движения в тазобедренном суставе. Хорошо отводим ногу в сторону, чтобы было полноценное движение. И меняем ногу. Следующее упражнение – выпады в сторону. Нога прямая, носочек смотрит вверх. Из этого положения выпады вперед. Обязательно спина прямая, таз уходит вниз, руки на пояс. Разминаем колени, круговые движения. Тоже выполняем их медленно, в одну сторону и в другую. И в завершении разомнем голеностоп, круговые движения голеностопом. Поменяли ноги. Каждое упражнение выполняем 5-15 раз. Наша зарядка закончена. Всем хорошего дня!